Poczekaj. Поехали. 884. Let's go. Лево. Красные. Ну-ка. Красные ХП. Дюк! Красные ХП. Не красные в игре, а красные ХП, окей? Слава богу. Все нормально в этот раз. Так. Мегабин или там гигабин, как эта хуйня называется. И лево. Два хп у нас секретки, да? Две обычных. Лево, типа, это хорошо и плохо одновременно. Наверное, в основном хорошо. Может быть, было хп на кейсы, потому что там будут по-любому ломать грибы себе в лицо всегда. Надо хп набирать до кейсов. Ладно, это рейндж спектрал. Вроде все же приятно. Рейндж, я вот, да, на рейндж подумал. Типа спектрал мне не так сильно нужен, снова камни ломаю. В основном. Так что это не особо помогает. Но вот с рейндж нужен, походу. Рейнджа маловато. Кстати, привет, Октагон. Привет, Алекс Аэро. Аккуратно. Я троллю. Хотя, блять, а хуй его знает, что лучше, секретки две или бомбы за денег. Че тут хз. Чем не бомбы? На боссов. На боссов норм. У меня DPS довольно паршивый. С виду. Ну я вот и думаю, типа, стоит ли мне ради бомб на боссов, типа, скипать две секретки. Но все-таки не стоит. Скорее всего, того не стоит. Еще вопрос, по-моему, тут будет одна секретка, потому что тринкет не активируется на первом этаже. На Эдене. По-моему, он не активируется. Лол, лопата. Лол, пауки. Надо, конечно, надо было бы взять тринкет и потом деньги подавать, но это уже не важно. Это уже не важно. Что-то проверим наличие секретки второй. Тут ее нету. Снизу. Чего? А, сверху, понял. В той руме. Все нашел. О! Здрасте. Так, не тупим. Придарок. Ту-ту-ту-ту. Пенни, я знаю, я уже вернулся. Потому я и пошел обратно. Именно по этой причине. О, нихуя себе. Найс. Бланк-карта. Я ее куплю.
Что я, по-моему, ее куплю. Мне, по-моему, денег хватит. Так, нормально все пока получается, смотри-ка. Как все складно пока получается. Да, тут денег хватает в плане. Ебать там бомб. Лопата может дать Crawl Space, а в Crawl Space может быть проход в Black Market, да. В теории, да. Но это довольно редко происходит. На практике. Ну да. Лопата иногда дает Crawl Space, а не проход на Next этаж. Конечно, прикольно. Наверное, карту куплю. Ой, это мемная дрянь на секретке. Мемные. Где будут хп черное или синее, может быть? Или белые хп? Тут, наверное, нет. Нет, тут нет. Это обычная секретка, не поломанная. Вот бы так бомба. Нормально будет. Так, ладно, бомб вроде набрали. Бомб набрали, это забрали и побежали. Ларри. Ларри, не вышлепывайся. О, нормально. Карта. На аркаду прохнем шанс. Там уже ставки в чате пошли. Скорее всего, нет, скорее всего, нет. Очевидно. Чай 0, но это, думаю, поправимо. По идее, поправимо. Вчера первый сап появился, а что пиздец. Это хорошо. Это приятно. Что, первый сап, серьезно? Где-то этого не было ни одного саба. С аффилиейта. Я думал, у тебя вроде там уже были, по-моему, сабы. И мне это привиделось. Мне это привиделось, может, мне это привиделось. Значит, привиделось. Да, тем более поздравляем. А там проход есть. Сюда. Да, среагировал. Надо брать мемные карты. Мемные карты, они розовые. Свечка. Свечка, надо менять, а ключей нет. Фак.
Ключ? Ключ, камон. Ключ. Здесь еще одна секретка. Ключ, я не уже свечка в первую очередь, наверное. Все же. Антикерсы, это уж больно приятно. Остальное уже потом разберемся. А, на, если тут все куплю, наверное. Или нет. Может быть нет. Секретка. Ну, вроде ок. Ключ берется, найс. Это неплохо. Наконец открыл Holy Mantle для Ласта. За 93 рана наконец открыл на харде Grid Mod. Тоже нормальная тема. Тоже поздравляю. Гридир говно. Очень дурацкий режим. Найс. DPS up. Поражал, потому что все бомбы забрали. Вот. Значит, типа игра откатывается, типа на вообще состояние без сайтов, в принципе. Когда у тебя бомб нету. Значит, все логично, в общем-то. Все логично. Пэш зовет. Стык, на хуйню потратил, теперь набить надо. Лол, какие жертвы. Скачайте себе спидранерский сейв файл. Ей-богу, не страдайте. Зачем себя мучить? Вижу. А, бегаешь там, как я понял. Справедливо. Справедливо. Эти забагованные магазины, обожаю. Вечный Ace of Diamonds ребут. Проклятие Ace of Diamonds. Третий начал закрывать с нулевой, но понял, что еще раз эту хуйню не вывезу. Лучше потом посту, когда у тебя будет очередной 1 000 000%. Ох, это будет не скоро. Но может быть будет. Может быть. Но не скоро.
Ну, вероятно, да. Вероятно, опять мы будем этой хуйней маяться. Когда все устаканится. Может, даже не в следующем году. Я думаю, да. Просто там стрики явно будут в приоритете, очевидно. Но, возможно, да. Возможно, между делом и этим займемся тоже. Орбиталка. Орбиталка за 15. Потом будет так, будет орбиталка бесплатная. Ты что, демершап небольшой на самом деле? Очень небольшой на демершап. Стриковать, ну, по идее, должно быть сложнее. Если все, что мы видим, правда, вернее, все, что мы слышали и видели, и все слухи правда, то да. Довольно сильно сложнее должно быть. Ну, типа, сделки дороже. Чё там? Сделки дороже. Это же, очевидно, будет еще хуже. Румы еще хуже, боссы еще хуже. Пулы, опять же, еще хуже, потому что еще больше айтемов, и на этом всем будет айтемов больше бесполезных, чем полезных, грубо говоря. Чё там еще было? Ломка будет более сложная. То есть они много чего уберут в плане ломки и сделают все сложнее. Возможно, опять же, это слухи, ну вроде как говорилось, или просто я не видел ни в одном воде по Рейпендусу, не видел ни в одном магазине ресток машины. Ни в одном не видел ресток машины, по-моему. Возможно, они их убрали. Из магазов. Либо они стали ультра редкими, что тоже заебись. И то норм. И то игру усложняет многократно, потому что магаз сейчас ломает игру, просто каждый раунд ломает. Пришел в магаз, набрал себе кучу хп и прошел игру. Типа, это бред. Сейчас ты просто добегаешь до магаза, у тебя деньги есть, и ты типа спасен. У тебя там либо хп, либо какой-нибудь стопащик, еще какую-то хуйню нароливаешь. Как же меня ебут. Как же меня ебут эти ебучие пауки. Гомонись. Так что вот. Так что да. По идее должно быть сложнее. Но опять же, это пока все на бумаге. По факту. Будем посмотреть. Но я надеюсь, сложнее будет, потому что, ну типа, 1000 стриков это, блядь, марафон. Ну не должно быть в этой игре 1000 стриков. Ни у кого. Ни у меня, ни у кого не должно быть 1000 стриков. Даже не 1000, даже 500 стрик, это бред. На самом-то деле. Даже 500, это значит, с игрой что-то не так. Ну, не должна игра позволять тебе делать 500 раундов без смертей. Даже на Эдене. По идее, значит, с игрой что-то не то с игрой. Где-то они совершили ошибку. Так что посмотрим, что в итоге будет с этой игрой, с новой. Посмотрим. Ладно, все-таки, наверное, прожму. Сивлюк. Пока. Совершил ошибку, добавив в Grid Mod D20? Нет, совершил ошибку, добавили Grid Mod в игру, хотел сказать. Grid Mod... фигня. Особенно Gridier Mod, полная херня. Совершили ошибку, дали Full Future играть 8К часов. Это тоже большая ошибка, нужно было сделать лимит 1000 часов. И потом все. Бан игры. Лорами. Сап.
Найс дроп. Кстати, ведь реально мем, да? Типа, все были лимит 1000 часов, и делать их как хочешь за 1000 часов. Я, слушай, на самом деле 1000 часов тоже до хера. Это тоже много. Это ранов, ну, 700 можно сделать, 800, наверное. Даже больше, наверное. Нет, больше. Не было, больше бы, чем 1000 ранов за 1000 часов. Наверное. В среднем. Кстати, можно посчитать, кому не лень, можете поставить файл, типа, переформатировать его где-нибудь у себя. И типа время посчитать, сколько там потрачено было. Суммарно. Там явно еще, наверное, 1000 часов нету, наверное. Ну да, это бы решило проблему со стриками бесконечными. Но нет, это, конечно, мем. Это бред. Просто, говорю, игра не должна позволять такие стрики делать. Вот и все. Значит, не хватает сложности, значит, не хватает какого-то более сложного баланса. Сейчас все упирается в очень тупые старты, которых тут, по сути, ну, буквально 2-3 я общался, которые прям мега плохие старты. Все остальное, типа, играбельно в основном. И один хп старты. И типа румы с пауками, или там румы с какими-нибудь бомбами, тролль-бомбами. И всякие тупые мини-боссы, которые могут, типа, попасть рану. Без скорости, без стирета, без дэмэджа. А потом, как бы, все. Потом ты находишь сделки, находишь магазы с миллионом денег, находишь фулл хп и... Ранку, вот, да, вот рума с пауками. Хорошая рума. Дюк токсик. Выиграли, что ли? Я без понятия. Кто что выиграл? Я не смотрел. Только тебе известно, выиграл ты или нет. Кинфолио сложнее классики. Моды Айзека не воспринимаю. Но, наверное, сложнее. Так, конечно, Антибер тоже был модом Айзека, по сути, но Антибер все-таки был, наверное, все-таки более проработанный. В плане общей идеи и баланса тоже. Довольно неплохо игрался. Это сложная посторонняя хостес. Привет, Степан. Спидуп. Карта. Начинается. Нахуя трачу, кстати, бомбы свои? Вопрос хороший. Я же Тауэр Карт был. Так, я норму не видел. Я карта. Ать! Грибы, не кусайтесь. Не кусаться. Хорошие грибы. Хули ты орешь? Что опять случилось? Опять дюк упоролся.
Найс. Стоп. Там в одной руме вроде были бесплатные бомбы. Не было. Я их не могу забрать. Если ты про эту руму, то они там заочные за тролль бомбы. Смотри. Не пролезть. Так что дюк тролль это тут Петра, заебись. Кайф. Нахуй эту роль, сегодня нет денег. Это батарейку. А батарейки нету. Собака. Фак. Здесь батарейка вот. Нет батарейки. Эй, батарейку. О, я не помню. Это скотч. Мне лень читать. Блять, грибы осторожно. Да, без ролла берется нормально. Чего переживать? Все хорошо. Нет, сделка будет. Блять, не успел, надо быстрее пробежать. Ай, твою мать, что не вижу. Подожду. Я не тороплюсь. Все-таки не досижу, наверное. Ща вернусь. Все-таки, наверное, дойду сейчас. Потом сделаем перерыв. Наверное, через ран.
Everybody that I find, and with every claim on that ring, I won't forget who I'm looking for. Oh, mother, help me, I'm looking for. Там Дэс, по-моему, денег опять хочет. За эти гонки не хочет бесплатно бегать. Не, DLC будет где-то с апреля по июнь. И даже по июле. По началу июля. Написано Q2, вроде как это неспроста. Вроде как. А может это шутка, может выйдет в итоге 2 января. Это был пранк. Нас всех развели. Возьму просто. Троллить дальше не буду. Тут паролю. Эта песня у меня... Нет, она у меня очень давно. Уже несколько лет, наверное. Воруй, пока не поздно, да. Эту вдруг потом удалю. Пока можно угнать. Бля, мемы. Пусть будет. Это будет мемно. Возможно, немножко. Может быть, множко. А может быть, множко, подожди. Нужен балансинг, наверное, да? Нужен балансинг.
Руина, да хуй его знает руина. По-моему, нормально. Нормас. Наверное, да. А, да. Надо берем маппинг. Чё, Дюк, на турик-то будешь подписываться? Иди, он бегает с хиской, он тебя best of 9 будет делать. Норм. Может, стало маленький ужин, типа, по-моему, не сильно. Ладно, может, сильно стало хуже. Все нормально. То красиво. Это важно. Главное, чтобы был билд красивый. Остальное неинтересно. Привет, мир Дераскун. И вас наступающим. Пока. Хера я бомбу трачу, я. Я же лев. Сой, бери по части, некрасивые было получается. Да чё там красиво, там маленькие слезки, в основном получается унылые. Неинтересные. Соя паршива этому. Там мало нормальных синергий. Единолог. Дюк, не спи, ставку жми. Этого. Молодец. Нет, сделки, да? 75. Ну и ладно. Да, модеры в пролете, обидно. Каждого модера нужно по смерфу заводить. Чтобы типа с них ставить. Гений страт. Только толку мало, потому что... Значит, надо с ним еще и пользоваться поинтами, потому что ты поинты не можешь никому передать. С этого аккаунта. Не только на этом аккаунте остаются. Не так интересно. АПТСов бесконечность. Знаешь, такой
значок. У меня вот столько поинтов показывает. Бесконечное множество поинтов. Что я могу даже сделать вот так, кстати, смотри. Что я могу сделать, смотри. Завидуйте. Я заказываю, кстати, эту игру. Играем в Айзека. Завидуйте, вы так никогда не сделаете. Я заказал Айзека. Мне эта игра нравится. Кашка в дурной, что он сделал? Поломал тебе коэффициент? Эти все ткани херась. Фига вы дикие. Страшные ставки. А что ставка на то, что не будет сетапа? И что, пацаны, Book of Rev? Где урон? В попе! В попе урон. Потому что у меня item pop. Вот там урон. Видишь? Поэтому урона нет. Ужасно, это было ужасно. Я знал, что это было ужасно. Но это было намеренно ужасно. Ну поп реально руинит маленький. Даже не... Да хуя она руинит. Наверное, много руинит. Ну типа, похуй, я знаю, что я бы все равно прошел бы этот ран. Хули и не приколоться-то уже. Так, не так, я не буду уже прикалываться. Я тебя нажал, лоу-грид. Потому что я спросил, сколько у меня поинтов, я пытался, сколько у меня поинтов. У меня поинтов бесконечное множество. Я могу заказывать все игры каждый день. Имею право. Буду все заказывать каждый раз Айзека, очевидно. Я ничего не накручивал, это неправда. Так было сразу. Я ничего не виноват. Хера не вижу. Да я ничего не вижу, вот что происходит. Ну-ка, вроде он кончился. Найс.